Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики! Сделаем сегодня расклад. Самый, наверное, вот востребованный. Посмотрим мысли загаженного человека. Только мысли. Что он проявляет, что он скрывает, что у него там на подсознании. В развернутом варианте мысли загаженного человека о вас сегодня. Вот что он думает о вас сегодня? Какие его мысли посещают? Вообще посещают ли его голову какие-то мысли? Некоторые же есть, которые у нас уже и без мыслей. Посмотрим, что он думал, ну вот на момент просмотра этого видео. Неважно, когда вы его смотрите. На момент просмотра, что загаданный человек думает о вас сегодня. 5 вариантов, как обычно. Если один вопрос, делаю всегда 5 вариантов. 3-й вариант, что он думает о вас. 4-й вариант. Загадывайте. Если вам нужно время, ставьте на паузу. Итак, первый вариант, что загаданный человек думает о вас сегодня. Вот так вот. Мысли очень активные, мысли очень яркие. Но это страсть. Это в первую очередь страсть и мысли о вас как о яркой, стабильной, сильной. Самое главное, это женщина сильная. Это женщина, которая способна на все. Это женщина, которая, ну... Про избу горящую, про коня, это тоже о ней. Но это действительно женщина, которая обладает определенной энергией. Потому что это женщина, которая берет не силой, а это женщина, которая берет хитростью, умом, своей женской, не знаю, своей женской харизмой, своим вот этот феминизмом, своим женским чутьем, интуицией. Видите, ей лев, он руки лижет. Такая дрессировщица злых. Львов сильных. Нет, думает о вас как о женщине сильной, самостоятельной, способной на многое. И это всегда еще и анализ того влияния, которое вы оказываете на него. Его, для него это важно. Ему не хватает общения с вами. Он сам отказался от него, он сам ушел. Теперь я не знаю, ну да, сожалеет, он теперь не знает, что делать. Он запутался. Он, с одной стороны, избегал общения с вами, а теперь не знает, как это все восстановить, как это вернуть на круги своя. Он будет следить за вами, он будет следить за тем, чем вы занимаетесь, он будет следить за вашей жизнью. Но на мысли, он действительно думает о том, как же сейчас восстановить общение, потому что здесь человек резко ушел от общения с вами. А почему он это сделал? Ну, как бы все, у вас закончились отношения, ну и так далее. Он не знал, он не мог приехать, он не мог что-то сделать, он не мог быть для вас героем, победителем. Он сам как-то вот обрезал эти отношения, причем он обрезал общение, он потерял стабильность, он потерял счастье, возможность приехать, возможность иметь солнышко, возможность... Не знаю, здесь вариант о том, что он от вас действительно хорошо думает, здесь нет плохих мыслей, он запутался. Он хотел бы вернуть и восстановить вот этот комфорт и вот эту вот связь между вами, но он не знает, как это сделать. И, не знаю, пока он просто анализирует, следит, ищет какие-то возможности, прорабатывает какую-то ситуацию, открыто он действовать не будет. А потому что он не знает, вы-то вроде бы уже как бы на него внимания не обращаете. Он боится, что вы его встретите в штыки, он боится, что вы не выйдете с ним на связь. По-глупому, под дурачка уже не получится, как раньше. Здесь он недоволен тем, что будет. Он не знает, как сделать. То есть у него был какой-то план. План уже не получается. Он уже все разрушил, он уже потерял все шансы на восстановление. Он уже для вас не герой. Он это понимает, он это чувствует. Он понимает, что вы уже им настолько не восхищаетесь. А он вами сейчас восхищается, на самом деле. И он вспоминает вас действительно как сильного человека. И это же еще сексуальные фантазии. Это еще огонь и страсть. Это мысли такого... порядка, как мы думаем о женщине, как о сексуальном объекте. Но он понимает прекрасно, что легко не получится.
То есть, если он хотел еще как-то, он думал, что да ладно, сейчас напишу, позвоню, и все получится. Не хочу ни с кем общаться, отстаньте все от меня. А сейчас он уже боится. И здесь могут, конечно, оборваться, закончиться отношения, потому что ему не хватает смелости. Но он об этом думает, он это прекрасно понимает, что он может так легко взять и потерять. И он почему-то считает, что вы... Ну, вы... ему тяжело. Он боится скандала, он боится выяснения отношений, он боится... Он даже прокручивает постоянно в голове, как это будет. Вот как он... Если он вам позвонит, если он вам напишет, если он что-то сделает, а что, если вы скажете, а что я отвечу? Вот об этом он думает. Потому что здесь прервано общение. Прервано общение, и его нужно каким-то образом восстанавливать. Но у вас только хорошие мысли, как о женщине... Интересные, перспективные, карты силы. Но даже если у него не складываются ни с кем отношения, он прекрасно понимает, что с вами получилось бы. Потому что это вот даже можно как ассоциировать. Вот эту не хочу, не хочу, не хочу, а вот эту хочу. Потому что это еще огненная страсть, это очень сильная сексуальная карта. Второй вариант. Второй вариант здесь у нас... Такой медленный процесс охлаждения, отмирания. В данный момент человек либо не думает о вас, либо пытается забыть. Либо произошла ссора, либо... Потому что это процесс остывания. Такой длительный процесс стагнации. Возможно, вы давно по второму варианту не общаетесь. Есть такой процесс потихонечку. Естественно, процесс отмирания. Посмотрим, куда это сейчас все идет, потому что смерть — это такая карта... Что-то умирает, что-то рождается, да. Но часто говорит о том, что в данный момент либо не хочет об этом думать, либо будет делать все, чтобы не думать о вас. Да, думает, что он может исправить, что он может сделать, чтобы изменить прошлое. Здесь копание в прошлом. Копание в прошлом, страхи отношений, страх того, что отношения не получились бы. Здесь мечты были о семье, мечты... Он думает об этом. В данный момент, скорее всего, у вас пауза в отношениях. Он думает, что можно изменить, где мы сделали не то, где мы ошиблись, где мы сделали не шаг не туда, где оступились, что я могу изменить, что я могу сделать. Потому что он представляет с вами семью. Он представляет с вами отношения. Обязательно не напишет. Пока не напишет. Ничего не сделает. Ждет каких-то действий от женщины, ждет приглашения от женщины. Почему-то здесь женщина достаточно сильная, самостоятельная. И если женщина захочет вернуть эти отношения, она их вернет. Он как ждет от нее действий, он как ждет от нее каких-то вложений, работы. Почему она ничего не делает? А женщина ничего не делает, потому что она, если начнет что-то делать, она отношения другие потеряет. Она ограничена браком, ограничена, ну, либо какими-то, если не браком, тогда у женщины есть свои какие-то правила, понятия, да, установки, что по-другому нельзя. Есть такая ситуация, что по-другому нельзя, можно только так, таким образом. Как-то так. Мысли тяжелые. Я не вижу здесь перехода, пока анализ прошлого. А вас думает, как о женщине достаточно сильной, красивой, эффектной, самостоятельной, дорогой. Но копание в прошлом, и что сделали не так, и что можно было бы изменить. Действие только от женщины. Третий вариант, что он думает. Как преподнести себя в новом свете? Так, здесь почему-то у него есть мысли о том, что у него появился соперник. Мужчина собрался воевать, отвоевывать. Но не сейчас, сейчас он не готов. Ждет время. Знаете, с одним справился, с другим справлюсь. Сейчас анализирует, он считает, что у вас кто-то есть, либо знает, что есть, либо думает, что появится. Его больше волнует вопрос, насколько он конкурентоспособен по отношению к нему. Мысли, которые он скрывает, он все равно уверен, что у вас все будет хорошо. Он все равно уверен, что вы будете с ним. Это у него как ненавязчивая идея, он четко знает. Это мужчина, который не терпит конкуренции. Это мужчина, который знает, что вы все равно будете с ним. Он уверен в том, что у вас ничего не сложится с
каким-то другим мужчиной. Он знает, что вы все равно будете встречаться. Думает, мечтает, фантазирует. Фантазия у него есть. По поводу вас на подсознании, встречи какие-то ваши прокручивает. Сомневается в себе. Здесь пошли какие-то сомнения, что он разочарован, что... Здесь материальные вложения. Либо надо было вам что-то пообещать, либо как-то надо было связать вас какой-то работой, контрактами, не знаю, какими-то делами, общими проектами. Надо было вам подарить какую-то идею. Вот надо было с вами что-то спланировать, чтобы вас привязать. Мужчина, возможно, не свободен, не знаю, если об этом четко не говорит, потому что мужчина сожалеет о том, что он король пентаклей, либо не король пентаклей. Либо о том, что он женат, либо о том, что он как-то материально не вложился и не вам чего-то не пообещал, либо не показал, не заинтересовал. Но он уверен на все 99,9%, что вы будете с ним. Несмотря даже на то, какие мужчины рядом с вами. Мужчина такой самоуверенный, его волнует больше не вы, а те мужчины, которые находятся рядом с вами, которых он там есть, они нету, их неважно. Он думает об этом. Четвертый вариант. Любовные переживания. Хорошие мысли. Мысли о союзе, мысли о любви, мысли о том, что ему нужны чувства. Мысли вообще о чувствах. Мысли о любви. Любите, не любите. Сейчас посмотрим, что еще. Нет, думала, что-то будет хорошее. Четвертый вариант. Его реально волнует любовь и отношения. Но, опять же, чувства показывать не умеет. В чувства идти не может. Мужчина сам в себе не уверен. Не уверен в том, что он вообще готов на хорошие, честные, открытые, полноценные отношения. Хорошо, почему тогда двойка кубков думает? А, все, я поняла. Здесь мужчина думает конкретно о любви и о том, как тяжело ему выстраивать отношения. Тяжела вся эта любовь, тяжелые эти отношения. Не знает он, что с ними делать. Считает, что все это обман. Любовь, не любовь, вот все хотят любви, все хотят счастья, семьи. Ему это очень тяжело дается. Его просто волнует чисто теоретически этот вопрос. Что он о вас думает? Надо с вами помириться, надо с вами вернуть отношения, надо с вами вернуть дружбу, хотя бы остаться хорошими друзьями. Если у вас сейчас все в порядке, нет никакой ссоры, тогда это будет говорить о том, что мужчина хочет просто прорабатывать ваши отношения. Может пригласить вас куда-то, может как-то напрячься, не знаю. Вот хочет женщина любви, ну ладно, покажу я эту любовь. На самом деле ему тяжело, он не умеет. Ему очень тяжело даются вот эти все чувства. Ну вот такой вот он, не умеет он любить. Хочет на любви, хорошо, начну ухаживать. То есть он конкретно думает, что он может сделать, как он может сделать, проявить себя, чтобы вот вернуть былой союз, либо... продлить ваши отношения. Сам по себе, по натуре, потому что мысли на подсознании. Сейчас я выложу, сейчас я быстренько все сделаю, и потом опять в норку свою убегу, отстранюсь, и буду там сидеть, опять затаюсь, и буду сидеть там в своем комфорте. А почему вы так нужны ему? Он вас ревнует, он вас отпускать не хочет. Вы его собственность. Да. Отдавать он вам никому. Да, он не может вам обещать то, чего вы хотите. Да, он понимает прекрасно заранее, что он не может вложиться в отношения. Он не умеет в них вкладываться, он не умеет их выстраивать. Но отпускать он вас не хочет. Здесь как вы его собственность, вы его прелесть. И такая, ну, я извиняюсь, конечно, но такая корова нужна самому. А чем вы, для чего вы ему нужны? Во-первых, он вас ревнует. Во-вторых, у вас нужные связи, нужные контакты, и вы ему даете какую-то нужную информацию. Вы умные, интересные, обладаете, ну, как вы как открываете ему дорогу, потому что без вас у него нет движения. Нет, здесь такой стратег и тактик. Причем мысли конкретно. Девочки, если сейчас по четвертому варианту мужчина начнет вам показывать любовь, но это прям продуманный такой ход, он ничего в этом не понимает, но ему что-то от вас нужно. Он ничего не понимает в этой любви. Любовь — это в его понимании страдания и переживания. Но хочет, ладно, дам. Что для этого нужно делать? Надо куда-то пригласить, я приглашу. Но вы, там какие-то у него цели другие совершенно. Пятый вариант. Да, мысли об удовольствиях. Мысли о вас человеку несут удовольствие.
Может быть, что-то представляет, может быть, что-то хочет, может быть... Ну, это как наслаждение, это карта наслаждения, чревоугодия. Мысли о вас несут ему приятные воспоминания. Возможно, мечтает о чем-то. Сейчас посмотрим мысли, которые начинаются. Отношения долго длятся на расстоянии. Хотелось бы по-другому, но пока так. Здесь нужно чем-то пожертвовать, здесь нужно от чего-то отказаться для того, чтобы идти в будущее. Что не так? Начинается. Есть какой-то соперник, есть какие-то другие мужчины, не уверен в себе в материальном плане, не знает, как ему действовать, не знает, что ему делать, считает себя иногда дурачком в этих отношениях. Для него это совершенно новое отношение, он постоянно подстраивается. Для него это новый какой-то типаж общения, он реально под вас постоянно подстраивается. Он иногда даже не знает, что говорить. Он иногда пропадает. Почему? Потому что он не знает, как себя с вами вести. Хорошо. Что у него на подсознании к вам? Какие мысли? Нет, вы ему очень нравитесь. На подсознании мысли о любви, о свидании, о чувствах, эмоциях. Мужчина начинает вас влюбляться. Мужчина начинает... Он вам симпатизирует. Он будет всячески скрывать эти отношения. И чувства свои показывать не будет. Но он будет их беречь. Почему? Ну, он не хочет, чтобы вы кому-то другому достались. Это, во-первых, потому что как он боится, что у вас может кто-то другой появиться. Да, ему не нравятся какие-то ваши, возможно, бывшие, либо какие-то отношения, либо... у него тоже есть сомнения. Вы общаетесь на расстоянии. Пятый вариант, вы находитесь на расстоянии. Здесь нужно это расстояние приносить жертву, да, что-то менять. Но он не знает, когда это... В ближайшие полгода, ну, возможно, к июлю тут что-то и разродится, потому что как ждет... Ждет, когда это расстояние может сократиться. И он очень боится других мужчин. Не в смысле он их боится физически. Нет, женщина достаточно интересная, видная, стабильная. Возможно, замужем, выпадает дама кубков, императрица в статусе. Либо выше социальный статус, либо женщина такая очень интересная. Но он хочет быть рядом с вами. Здесь хороший вариант. Здесь мужчина будет подстраиваться, он будет стараться... Встреча будет, у него есть планы серьезные, он думает, что если все получится, возможно, мы перейдем к чему-то серьезному, более серьезному. Пока страхи, пока переживания, но в мысли о вас приносит ему удовольствие. Но пятый вариант – это отношения на расстоянии. Мужчина будет вкладываться, мужчина будет напрягаться, мужчина будет под вас подстраиваться. Не знает иногда, как себя вести, его это постоянно останавливает, но для него это что-то новое. Вот вы какая-то особенная в его жизни, у него таких женщин, скорее всего, не было. Ну, понятно, все бывает в первый раз, но вы какая-то все-таки императрица, дама кубков, четверка жезлов, ну вот что-то у вас там не так, как у всех. Вот вы какая-то особенная, яркая звездочка в его жизни. Всего доброго, до свидания и до новых раскладов.